Тебе нравится цвет? Он неплох. Он весьма неплох. Это лучше, чем серый разрисованный бетон однозначно. Нет. Почему? Ну, потому что мне серый был лучше. Мне не нравится. Мне кажется, он не вписывается в концепцию набережной. Все равно он вроде как побыстрее бы открыли. Мне все равно, я не знаю, где он, я на него даже внимания не обращал. Мне все равно, хоть фиолетовым. Я отношусь к голубому цвету, в общем, хорошо, но то, что Октябрьский мост стал голубым, мне не очень нравится. Потому что все-таки для того, чтобы выбрать цвет моста, этим должны заниматься специалисты. Вот. Но специалисты, судя по всему, все тоже против, а я за специалистов.